14 марта в зале администрации района прошло планерное совещание с участием первого заместителя главы района Руслана Емыкова, председателя Совета народных депутатов Александра Брянцева, заместителя главы по экономическим вопросам Мареты Туглановой, глав сельских поселений, начальников отделов и ведущих специалистов администрации. Вел совещание глава района Заур Хамирзов. Также были приглашены директор ОАО «Кашхабский ДРСУ» Ибрагим Шавгенов, руководитель Кашхабского РЭС Михаил Тарасов, директор филиала АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Кашхабском районе Ибрагим Ляфишев. На повестке дня был ряд важных вопросов. Повестка дня состояла из следующих вопросов. Первое. Организация работ по состоянию уличного освещения в сельских поселениях муниципального образования Кашхабский район. Второе. Об организации работы сельских поселений по погашению задолженности жителей за потребленный природный газ. Следующим был вопрос об муниципальных услугах. Четвертый вопрос об организации сбора твердых бытовых отходов в связи с изменениями законодательства по данному вопросу. А также были рассмотрены и другие вопросы. В ходе совещания все вопросы были рассмотрены и по ним вынесены соответствующие решения.